Всем привет! Как сделать вечную свечу, маячок, фонарик, прожектор, ночник? Для этого нам понадобится любая батарейка. Возьмем таблетку, светодиод, который можно купить на рынке или в магазине радиодеталей. Наклеить можно два кусочка изоленты. Если наш диод, вставляем диод, и он уже работает. Вот вам фонарик, который работает очень долго. Использовать можно в палатке, в погребе, если нет света, в квартире, в доме. Работает автономно около месяца. Можно даже читать книгу. Очень удобно. Работает даже в воде. Обязательно берите на заметку и пользуйтесь. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока-пока.